Если игру нашей сборной на Мундиале предсказать вообще невозможно, то предугадать, какая будет в июне погода, областные синоптики могут. Более того, они уже сделали это и поделились полезной информацией с нами. В целом, первый месяц лета нельзя будет назвать уникальным по температурам или, например, количеству осадков. Норма, она и есть норма. Впрочем, к некоторым нюансам все же стоит быть готовым. К примеру, север области осадки будут обходить стороной. Засухи, конечно, не ожидается, но и затяжные дожди вряд ли зарядят. И по закону сохранения энергии, все, что не выльется на севере, придет на запад, в центр и юг региона. Что касается показателей на градусниках, то здесь тоже без сюрпризов. Стабильное летнее тепло, около 23 градусов. Порой, конечно, будет и зной, но рекордов не ждем. Максимум до 30 со знаком плюс.